exceptional. The best of. Алло, доктор Келструп, вы не отреагировали на мою просьбу показать контракты добровольцев. Анна, у вас же выходной. У меня было свободное время и... Я же сказал, что контракты опечатаны. Я ничего не могу сделать. Нет ли исключения для ученых? В конце концов, это же я нажимаю на кнопки. Слушайте, я все понимаю, честно. Вам тяжело, вы же в конце концов человек. Я просто хочу удостовериться. Поверьте, все, что мы делаем, полностью законно. Потому что Талос вне чьей-либо юрисдикции. Здесь нет законов. Анна, вы устали. Это влияет на ваше суждение. Я долго закрывал на это глаза, но с меня довольна. Вам необходимо отдохнуть, понимаете? Да, доктор Келструп. Понимаю. Хорошо. Слушайте, из-за вас я опоздал на встречу с Алексом. Вы уверены? Знаете, еще не поздно выкинуть все это из шлюза. Уверена. А вы сомневаетесь? Нет. Я с вами, но... Это же не я иду на преступление. Мне в любом случае ничего не светит. Я стараюсь об этом не думать. Сочувствую. Вы закончили приготовление? Митчелл согласен. Он принесет мне еду... Подробности мне не нужны. Так будет лучше. Это должно случиться в вашу следующую смену. Я все сложила в коробку для сувениров. Она в моей каюте. Нужно, чтобы об этом говорили из каждой розетки. Ясно. Квинтон, будьте осторожны. Охрана следит за мной пристальнее, чем обычно.
Прикройте. Здравствуйте, работа. Сканирование завершено. Доступен новый опционный навык. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Я вас не заметил. Диагностирую ушибы, ссадины, усталость. Ничего смертельного. Это недолго. Готово. Не забудьте заполнить анкету для пациентов. Ваше мнение очень важно для нас. Доктор Ю. Доктор Ю. Сканирую. Сканирование показывает, что ваш психоактивный потенциал близок к максимуму. Этого я и боялась. Перед тем, как их убили, ученые проводили какой-то эксперимент. Во время эксперимента доступ к Сагите закрыт из соображений безопасности. Вы должны закончить то, что они начали. В 60-е и 70-е ученые пытались установить контакт с тифонами. Оказалось, что это невозможно. Их мозговые структуры хорошо развиты, но почему-то не допускают коммуникации. У них нет речи, нет языка. Кажется, они нас даже не видят. То есть так, как видим себя мы сами. Говоря «мы», я обобщаю. Я ведь не человек. Я не такая, как вы. Проводится обследование. До окончания процедуры объявляется карантин.
знаете дорогу. Смотровой зал небезопасен. Внимание! Смотровой зал небезопасен. Внимание! Смотровой зал небезопасен. Обследование завершено. Люди склонны наделять человеческими чертами все, чего не понимают. Тифоны убивают нас без колебаний, но не потому, что они злые. Они просто не могут иначе. Знаешь, что мы узнали? У них нет зеркальных нейронов. У них столько чудесных способностей, но они, в отличие от нас, не могут сострадать другим существам. Автоматические турели-ликвидатор. Последние линии обороны Транстара. Хлипкие, но их легко изготовить. Лучшее, что в них есть, встроенный психоскоп. Они могут отличать людей от чужих. У вас проблем быть не должно. Вы же человек.
Эй, там! Нужны пушки? Патроны? Я видел, как один из этих ученых заходил в оружейную. Видел, как он вбивал код. Вытащите меня отсюда, и я вам его сообщу. Меня зовут Аарон. Аарон Инграм. Откройте дверь, только и всего. Я был священником, понимаете? Ну, учился на священника. А потом меня заперли. Вот нечестивый. Зачал неправду. Был чреват злобою и родил себе ложь. Это вам никого не напоминает? Ну же, черт возьми, выпустите! Нет, вот о чем я говорю, дружище. О человеческом достоинстве. Исследование завершено. Человек, который был ко мне добр. Я не забуду этого, клянусь. Если вам еще нужен код 8714. Слушайте, наткнетесь на этих парней в зеленых комбинезонах, берегитесь. Они вовсе недостойные люди вроде нас. Полно добра. Может, и пистолет найдется? Он плохой человек, но вы все равно его освободили. Вами руководило сострадание или что-то еще? Лично я могу выбирать только то, что приближает меня к цели. Тифоны могут только убивать и уничтожать. Но вы человек. У вас есть выбор. Видел, как тут прошел один из добровольцев. Здоровый парень. Этот ублюдок меня не выпустил. Теперь я даже рад этому. Видел, как он проломил башку какому-то бедолаге гаечным ключом. Все бормотал про черные яйца и все такое. Совсем плохо. Я пока залягу ненадолго. Надо двигать отсюда.
Никогда не видел таких тварей. Откуда их взяли? С дна океана? Здесь начинаешь скучать по некоторым вещам. По вещам, которые тебе были и не нужны. Вроде карликового пуделя, что у меня был. Страшный, как смертный грех. Этот засранец грыз мою обувь. Интересно, где он теперь? Мы не знакомы? Вы точно здесь раньше не бывали? Но когда вы сможете заняться пробоиной? Я как раз туда направляюсь. Как думаете, что там случилось? Трудно сказать, не глядя. Возможно, микрометеориты пробили дыру. Редко, но случается. Ясно, хорошо. Надеюсь, так и есть. Вы что-то от меня скрываете? Нет, конечно. Просто на этом складе лежат засекреченные экзотические материалы. Нам очень нужен доступ к нему. Понимаю. Здравствуйте, доктор Ю. Сканирую. Сканирование показывает, что ваши умственные способности снижены. Это должно помочь. Вам следует быть внимательнее. Вероятно, вы меня не заметили. Доктор Ю.
Морган, осторожно. Просканировав достаточно тифонов, вы сможете установить мощные нейромоды. Но именно они – причина всех бед. Кроме того, турели будут принимать вас за враждебного чужака. Могут быть и другие, непредвиденные последствия. Я не хочу, чтобы вы потеряли контроль над собой. Сканирую. Сканирование показывает, что ваш психоактивный потенциал близок к максимуму. Альвина, что вы сделали с моей переговорной?
Да, я как раз собирался вам звонить. Я вижу только точку. Да, верно. Это программа калибровки нового сенсорного экрана. Ее нужно запустить только один раз. Вы шутите? Следите за точкой. Когда станет зеленой, коснитесь ее. Кальвина, черт возьми, у меня нет времени на игры. Я вам перезвоню. Thank you.
доктор Ю. Доктор Ю. Здравствуйте. Рад вас видеть. Зная, на что тифоны способны и не способны, кажется разумным пересмотреть материалы проекта Кобальт. Эгве? Нейромоды способны адаптировать данные тифонов к разуму человека. Теоретически нет причин, чтобы не сработало обратное. Допустим, вы сможете встроить нейроны человека в тифона. Как вы поймете, что это сработало? Нейронная структура должна будет развиться в результате реального опыта. Или смоделированного. Что? Смоделируйте опыт. Кальвина, он... Ладно, это потрясающе, но давайте сосредоточимся на том, что точно работает. Я не могу выделить на это ресурсы. Ганс, нужно поговорить об анализе Гальегос. Слышу ткача за стеной. Злорадствует сукин сын. Я знаю. Как ты держишься? Кинул пару психолюминесцентов, чтобы отвлечь фантомов. Пора обклеить стикерами все, что точно не мимик. А ты? Ничего. Заперся в оружейном складе. Пролез один мимик, я его пришиб, но и все. Закрыт со всех сторон. Каков план? Ждать спасателей? Ха. Знаешь, если выживем, Алекс просто вытащит наши моды.
А ты не хочешь забыть это дерьмо? Думаю, мы можем воспользоваться Сагитой и добраться до Дендрария. Ладно, жду команды.
Удивительно, да? В этих золотых нитях есть нечто ангельское. Словно застывший свет. Тифоны вьют их из воздуха. Но зачем? Теорий у нас много, а ответов нет. Пока нет. Жаль, что тебя нет рядом, Морган. Вместе мы бы все выяснили. Как в старые добрые времена. Здравствуйте, доктор Ю. Я вас не понимаю. Что вы делаете? Мне переместиться? Здравствуйте, доктор Ю. Thank you.
усталость. Ничего смертельного. Расслабьтесь. Но теперь порядок. Не забудьте заполнить анкету для пациентов. Чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Доктор Ю. Сканирование показывает, что ваши умственные способности снижены. Это поможет вам сосредоточиться.